Непредвиденные перестановки в карде турнира ACB57, который состоится уже 15 апреля в Москве. Из-за травмы принять участие в турнире не сможет Альберт Дураев. Заменить его в бою с Вячеславом Василевским призван Ибрагим Чужигаев, на счету которого значится серия из 5 побед подряд. Еще одной потерей турнира стал поединок за звание чемпиона ACB в легком весе. Обладатель титула Абдул-Азиз Абдул-Вахабов получил травму. В результате его бой против Андрея Кошкина решением руководства лиги был перенесен на 20 мая и турнир ACB61 в Санкт-Петербурге. 26 мая в Сингапуре на турнире One Championship 55 действующий чемпион организации в полусреднем весе американец Бен Аскрен проведет очередную защиту своего титула против молодого и не знающего поражений бойца из Малайзии Агилана Тани. Состав участников турнира UFC Fight Night 109 в Швеции пополнился поединком в полусреднем весе. Яркий боец из Норвегии Эмиль Вебер Миик проверит свои навыки в поединке против Нардина Талеба. Сегодня, со слов Даны Уайта, стала известна дата и место проведения боя между тренерами 25-го сезона ТАФ, чемпионом в легчайшем весе Коди Гарбратом и экс-чемпионом в этом же весе Ти-Джеем Дилашоу. Бывшие партнеры по команде Альфа Мэйл встретятся в октагоне 9 июля на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе. Также, если верить Ариэлю Хальване, на турнире выступит представитель России Алексей Оленик, которому будет противостоять потерпевший 4 поражения в последних 5 своих боях Трэвис Браун. А на этом у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Болотников, специально для Вестника MMA.